В семинаре приняли участие местные товаропроизводители, работающие с крупными компаниями нефтегазового сектора. По словам организаторов, главная цель семинара – обучение корректному заполнению конкурсной документации поставщиками при участии в данных процедурах и тендерах. На сегодняшний день, как признались представители управления индустриально-инновационного развития, зачастую предприниматели, работающие с крупными компаниями на нефтегазовом рынке, не могут полностью реализовать свой потенциал. Виной всему незнание некоторых аспектов документа оборота. Раньше, если были какие-то изменения для условные скидки, скажем, да, какие-то льготы для отечественных товаропроизводителей, это в частности не внесение, допустим, обеспечения заявок, обеспечение исполнения договоров. Вот. Сейчас эта норма исключена из правил, однако данная норма осталась пока только для недропользователей. Мастер-класс организован акиматом области в рамках реализации партнерской программы по развитию малого и среднего бизнеса. Она была инициирована руководством региона совместно с палатой предпринимателей и крупнейшими предприятиями региона. Мероприятие прошло в здании областного филиала партии «Нур-Отан». Мы на ежемесячной основе сейчас стали проводить встречи между крупными компаниями, между руководством крупных компаний и товаропроизводителями, где в ходе которых именно вот конкретные свои проблемы, какие свои вопросы они могут задать непосредственно руководству недропользователя. В ходе одной из таких встреч, а именно в ходе встречи с ТОО «Казахойл Актюбе», совместно было предложено об организации семинаров, курсов по обучению участия в конкурсах, проводимых под эгидой «Самрук Казна». Как отметили организаторы, подобные семинары будут проводиться на регулярной основе. В планах охватить не только предпринимателей в нефтегазовой сфере, но и представителей малого и среднего бизнеса других направлений. Антон Пережогин, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».